Ender. Avanza, left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance. This avanza, left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance. Еще три дня и три ночи, и шашлычок.
Всем доброго вечера. Сегодня необычный день. Сегодня день пап. Сегодня приехал дочь. Ну пойдем погуляем, пойдем погуляем. Но не успели дойти даже до набережной, как наша гуляние превратилось в детский аттракцион. Не знаю, так у всех, не у всех. Пап, хочу провести с собой время, хочу погулять. И только... О, она кричит уже. И только... Доча! Дочь! Ты там как, нормально все? Не боишься? Не страшно? Безопасно? Может, пойдем погуляем, дочь? Дочь, тебе точно нормально все? Да, да. Я себе тоже нашел, видишь, развлечение. Нашел себе гамак. Красивый? Да нет, вот смотри, ты лысый. Толстый? Лысый? Толстый, скажи. Да. Все? Все, всех покормила? Ну да, вот и всех. Все, пойдем? Фу, скажи, больно было. Смотри, котенок, походу, умер, смотри. Мертвый лежит. Да? Не, живой? Вообще не двигается. Эй, ты живой? Ты живой? Кот, мертвый кот, а? Кот мертвый, а? Так, вот сейчас соберись. Давай, стоим. Стоим на серф-доске, стоим. Оп. Не-не, с руками, я боюсь тебя отпускать. Молодец. Давай, оп. Ничего себе. Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не так. Мы приехали в Адлер. Сейчас заберем очень важного человека. Поедем немножко погуляем. Вот, Юлечка, как твои дела? Доча, дочь, ты там как, нормально все? Не боишься? Не страшно? Безопасно? Может, пойдем погуляем, дочь? Дочь, тебе точно нормально все? Да, да. Я себе тоже нашел, видишь, развлечение. Нашел себе гамак.
Девушка, можно с вами? Какая красотуля. Ой, работаем, девочки. Доброе утро всем. Я уже куда-то она опять летит. Вот. Слушайте, я вам хотела, я же с вами всегда делюсь техниками разными. У меня новая техника. Очень круто работает. Рассказать? Так, вопрос, во-первых. Куда я лечу? Выбирайте. А второй момент. Слушайте, что с ценами на билеты случилось? Вообще, я вчера зашла вечером посмотреть цены, и я такого не видела ни разу в жизни. Сейчас вам покажу. Ни разу в жизни я такого не видела. Врываю новость с собакой. Кого я вижу? Вася, приветули! Красавчик! Ой, какая красотуля. Ой, работаем, девочки. Хороший вопрос от Светочки. Делаю уход обязательно ручками, делаю аппаратами. Как правило, это и гено, и аппарат, и ручки. Я всегда по прилету приезжаю в Сан-Сити на Косыгина 5. Вот всегда. И сейчас я, собственно, с аэропорта. Прорабатываем минут 40, наверное, как минимум. Сейчас, поскольку времени у меня совсем немного, надо еще массу чего успеть, мы сделаем только ручками, гено. В общем, это, конечно, фантастика. Не просто так я с самолета. А состав не меняется. Лёха. Я с водкой. Субтитры сделал DimaTorzok.